молча просто сказал «да». Ну ладно. И сегодня у нас такой экспериментальный концерт в дружеской обстановке с нашими друзьями через Сороки. Среди музыкантов, может быть, я не права, но среди фолк-музыкантов дружба почему-то вещь редкая. Особенно, то есть мы можем там дружить, не знаю, с группами из Хорватии, с группами из Австралии, не знаю, там из Швеции, потому что мы не конкуренты. А тут вроде бы как одна страна, один город и так далее. Но это вот тот редкий случай, когда две группы встречаются на фестивале где-то на Урале, на Камве, 24 часа едут в поезде, мне правда, вот сказали не говорить про поезд, сказали, а вдруг там самолет, хедлайнеры, там оплата выше и так далее. Но мы ехали на поезд 24 часа, и 24 часа сидели в ресторане и говорили. Я думаю, что этот сегодняшний концерт — это первый такой этап к будущему сотрудничеству, к совместным песням, к совместным турам. Все это готовится. Очень хочется, конечно, все это вот, ну, вот осуществить. И сейчас наша программа. Следующая песня про утушку. Почему-то русские песни, их много, они очень похожи, ну есть. И все про утушек, которые купаются на море. Мы не знаем, как они. Да, они свадебные. На воде. Вот на море. И когда мы давным-давно выступали в Германии на очень большом фестивале, вот в средневековом, то там было огромное количество немцев, которые, ну, они не очень-то понимали, о чем мы поем, то они запоминались последние вот эти вот звуки про лося. Они такие: «А, лося!» Они такие: «Песня про лося! Дайте нам песню про лося!» А следующая песня «Жнивная». Мы на нее недавно снимали клип. Очень надеемся скоро его презентовать.
фестивальную программу 2015 года, потому что идут новые песни, обновления, новые инструменты, и, скорее всего, в следующем году уже будет новая программа совершенно, с новым звуком, мы надеемся. В этом году, пока ребята будут настраиваться, если интересно, я могу вообще молчать на самом деле, но если интересно, я могу похвастаться тем, что в этом году мы очень удачно провели этот год, несмотря на то, что он был очень сложным для всех, и для страны, и для нас. Мы провели очень удачный фестивальный год. Мы каким-то чудом попали на фестиваль в Малайзию, во Францию. Был у нас тур по Восточной Европе. Это было прекрасно. Не только потому, что мы там жили в пятизвездочных отелях. 5 дней, поступает только 45 минут на фестивале. И не то, что там был, да, там был здесь до февраля, там было плюс 40. И это было самое дальнее путешествие для нас. Там двое суток лететь, двое суток обратно, и все там были. Там был очень высокий уровень групп со всего мира. Там лучшие world music группы, не знаю, там Бразилии, Боливии и так далее. Конечно, там очень над нами шутили. Особенно это было забавно, конечно, особенно в Малайзию лететь после всех этих событий. И когда выходишь на сцену, там менеджеры говорили: вот извините, мы снег не подготовили. В следующий раз будет сыпать снег. Хорошо, будьте хорошо. И все там такие, нормально, всем плюс 50, и мы в этих костюмах просто вот лежали где-то в самом темном месте. Говорит: извините, в следующий раз принесем снег. Вам любовь. Да-да-да. И, конечно, когда был наш выход, налетела огромная такая малазийская туча. Огромная. И все так смотрели, понимали, что сейчас фестиваль как-то отменится. Мы сказали: что, ваша зима пришла? Мы говорим: да, зима близко. В общем, на следующей композиции «Колесо». Thank you.
пока ребята ищут медиатор, следующая история. Нет, не будет истории. История. Во-первых, хотелось бы сказать, что Владислав Корнуха здесь есть. Нет, все-таки он был из Питера, правильно. Мы ему обещали через группу за репосты подарок, диск «Слово полку Игореве», альбом, футболку «Слово полку Игореве». Вот, поэтому будем его посылать, просто мы думали, вдруг он вот в Москве и придет к нам на концерт. Передадите, да? Хорошо. Следующая композиция на древнерусском языке. Для того, чтобы, потому что мы вот последний раз, последнее время, то есть мы вроде бы так вот выглядим, что-то играем, поем на русском, русский фольклор, но при этом всегда заказы к нам идут как сибирским музыкантам. Так мы, допустим, нам позвонили однажды из Бориса Мацветов и сказали, вы же можете озвучить уйгурскую песню и сделать уйгурские инструменты. Сказку. Да, Борис сказал, конечно. Он за неделю сделал уйгурские инструменты, написал уйгурскую музыку, и вот вышла сказка. Сказка махатанского ковра, что ли, да. Уйгуры отреагировали нормально. Казахские точно. Так, китайских не знаю. Вот. Или, допустим, звонят нам и говорят, знаете, у нас будет здесь чукотское представление. Шутки, конечно. И мы разучиваем под год чукотские песни, там что-то где-то придеваемся. В общем, я не знаю, к чему это. Следующая песня на древнерусском, потому что все-таки славянская группа. Да, а в Германии на фестивале тоже средневековый был. Тоже мы ездили, все требовали горловой пение. Вы знаете, у нас всего две песни за горловым пением, такие, ну вы же из Сибири. В общем, ладно. Thank you.
композиция из нашего альбома «Слово полку Игореве», который мы выпустили еще в 2011 году вместе с профессором Литературного института имени Горького Львом Ивановичем Скворцовым. А следующая композиция «Кая». Песня «Наигрыш танцевальный». Я понимаю, что здесь не очень актуально, все равно это танцевальный наигрыш. Когда мы ездили раньше... Так, а кто слышал нашу любимую сказку сибирскую? Ура! Нет здесь наших фанатов. Никто не знает. Так вот, можно рассказать еще последний, наверное, раз в этом году. В общем, когда Таня с Валерой в училище искусств ездили с фотористами по разным деревням, они собирали разные песни, которые мы сейчас поем, истории. И однажды приехали к одному... Ну, вы знаете, что фольклорные экспедиции очень сложно пойти на контакт, в конце концов, с человеком, к которому ты приехал, там по звуковой барахте говорит, ой, то, что пели тебе твои мама с папой, обычно все поют бабки, ну и типа идите. И для того, чтобы как-то достать вот человека то самое драгоценное, то нужно время и много времени. Так вот, однажды один из музыков сказал, я вам петь песни не буду, а я вам расскажу о том, как мой сосед однажды решил повеситься. Потому что он говорит, у них какие-то вот разлады с женой были, и он очень хотел жену вернуть обратно, знаете, там, что чувства вновь воспылали там, через 20-30 лет брака. И, в общем, он взял две веревки, одну потолще обвязал ее вокруг талии, одну потоньше вокруг шеи,
встал на лавку посреди избы, повесил через перекладину, прикинул обе веревки, сбросил это все, обмяк, обвис, повесился. Слышит, кто-то идет. А, думает, это точно его жена. Но вместо жены заходит соседская бабка. Вместо того, чтобы кто-то кричать «караул, спасите, помогите, мужик-то повесился», она начинает ходить по дому, открывать все шкафы, все сундуки, что-то она там долго-долго искала, мужик так на нее посматривал. В конце концов, она там что-то такое вот нашла, то, что ей нужно было, подошла к нему, решила там штаны, ну, что там вот опускать, что-то там нашла. Там мужик вскрикнул, бабка упала и вот так очурилась. Мужик лежит, бабка тоже лежит, он пытается слезть, потому что у него там две веревки, там бабка, там скамейка, и ничего сделать не может. Слышит, снова кто-то идет. Думает, это точно его жена. Снова обмяк, обвис, повесился. Точно заходит его жена. Вместо того, чтобы кричать, караул, помогите, мой муж-то любимый, что вот ради меня делает, она говорит, эй, Вася, заходи, мой так отчурился, теперь вместе жить будем. И тут мужик снова ожил, а жена упала и тоже вот так очурилась. А следующая песня «Сербиянка». С использованием чисто сибирских инструментов на руках. Практически все инструменты балета в нашей группе сделаны нашим мастером Валерием Нарышкиным. Он как раз это как-то увидевает, ну да, кроме там двух-трех, все остальное его вот руками сделано. И в нашей группе, ну, может быть, кто-то не знает, уже 10 лет, скоро будет 11. Мы создавались в Красноярске много-много, столько лет назад. В прошлом году думали, когда выступали на 11-летии, ну, делали огромный фестиваль, и думали, что это был последний концерт и в нашем составе, и вот и вообще в принципе, но почему-то не получилось. А, нас потом позвали в Малайзию, и мы решили, что нет, ради Малайзии нужно снова играть. Потом нас позвали во Францию, мы решили, что нет, ну как бы ради Франции тоже нужно еще играть. И так вот мы весь год играли,
в феврале 2016 у нас будет 11-летие. Будем праздновать где-нибудь, пока еще не знаем где. Кажется, что следующий год это еще где-то далеко. То есть, знаете, когда там ты планируешь концерт, ну вот этот вот в начале августа, кажется, что ой, конец ноября, это же через целую вечность. И раз, и уже конец ноября. И вот кажется, что конец февраля, там, начало, это тоже через целую вечность, это же через целый Новый год. В общем, ладно. А следующая композиция тоже очень-очень народная, очень-очень сибирская. Кто знает, тот молодец. В Малайзии мы говорим, что то же самое, вдруг куча малайзийцев, там, индусов, арабов, и думаю, это ребята, неужели смотрят этот сериал, да что? Неужели здесь и вы там же? И вы так же. А перед следующей песней... Хотелось бы представить нашу группу. Наша прекрасная солистка и аранжировщица всех песен Татьяна Нарышкина. Наш мастер Валерий Нарышкин. И Дарьяна.
две через три. Это прекрасно наш друзья через Сороки. Добрый вечер. Мы очень рады, что вас видим. Так долго ждали этого концерта, так готовились. Да. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Пожалуй, вообще у них идет. Thank you.
известном языке. Ну, я знаю, о чем она. Это очень долгая история. Если кому-то интересно, вы можете написать мне, я вам расскажу. Thank you.
Егорий. Это в ней поется, собственно, Егорий, который ходил на гору, и, собственно, на горе он нашел свою жену. Это, в общем-то, так незамысловатый отец, но очень. Thank you.
показалась вам даже знакомой. Мы попробовали сделать такую кавер-версию на известную группу Хеднигарна. Ну, по-своему. Да, ну по-своему. Мы решили даже ему писать и сказать об этом, прислать им запись. Следующая песня, которую мы исполним, называется «Стрела». Что-то у нас ерундит. Все, да, все. Хорошо. Thank you.
следующая песня называется «Как пошла стрела». Это летний хоровод. Мы сделали свои интерпретации. Это Новосибирская область. Oh, yeah.
песня, называется «Манечка». Это свадебная песня из репертуара Аграфены Глинкиной. Наша любимая песня. Одна из любимых. Thank you.
Следующая песня называется «Корывать». Народная песня. Надеюсь, не знают ли где многие уже ее. Сложных супружеских взаимоотношений. Thank you.
двумя инструментами. Этот инструмент, который сейчас у Павла в руках, это карельский финский инструмент, который называется йоухико. Вот. Паша сделал сам. Ну, собственно, вот и это из последних. Второй инструмент перешел ко мне. Я сейчас на нем играю тоже. Инструменты, конечно, требуют постоянной настройки, потому что... Почему? Сейчас я вот немножко подстрою, чтобы... Yeah.
Следующая песня называется «Заплетись, заплетись плетень». Я не знаю, как пожелковая, я бегаю.
концу. Сейчас мы исполним песню «Там летел павлин». Это рекордская песня. Ну, можно тоже, кстати, потанцевать. Thank you.
встречу. Это Павел Гоев, Йохика, Зузуки. Это прекрасная дама, девушка, наша краса, Елизавета Соловьева, вокал, перкуссия, органы. Наш красавец Александр Брагин, барабанщик, наш бабун, шейкер, различные звенелки, тарелки, в общем, всякие. Да. И Ульяна Шерепина. Спасибо. Василия Сорокин. Друзья, мы надеемся с вами встречаться еще. Спасибо, был прекрасный вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо нашим друзьям Веган Колод, что мы смогли выступить с ними на одной сцене, с этой легендарной командой. Спасибо вам, друзья.